по поводу этой песни мы не будем ничего говорить. Единственное, что могу сказать, что я с этой песней стал победителем медального конкурса во второй раз, что фестиваля. Там я исполнял в финале, но, к сожалению, не стал победителем. Это одна из того, что немногочисленного цикла песен о метро, переходах и музыкантах, стоящих в переходах. У меня несколько таких песен, вот это последняя. Что прямые, параллельные, никогда не пересекаются. Только позже нам знание выдано, что бывают, мол, исключения в геометрии. Не вклидываясь, уж возможны пересечения. Не затягивай мелодии на гитаре своей потрепанной. Той весной играл переходе я, люди слушали, люди хлопали, кто-то руку жал и жило добро. Но какие ж тут церемонии, кто-то спьян, поверить алгебру, все пытался по гармонии. А наверху все-таки было ветрено, а иначе вниз не сошли бы вы. И Евклидова геометрия вдруг не стала бы. Смотрел на вас, как на ангела. Вот такая вот геометрия, или все ж таки это алгебра. Вместе мы недавно на ты, вот уж век не тут, и страна не та. И виски сединою тронуты, но порой, как и прежний мой год. Переход, где давно уж нет меня, переход.